Всем привет! Получил сегодня еще вот такую модель пульта. Это новинка, опять же, из бюджетных таких пультов, но довольно интересная. То есть, давайте подробно покажу упаковку, что себя представляет. Как видим, здесь есть какая-то подсветка. Пульт довольно интересного вида. 2,4 Гц, то есть это такой радиопульт. Есть аромышка, похоже. Есть два варианта пульта, здесь указано. Голосовое управление, плюс можно программировать инфракрасную кнопку питания. Это вариант А. И вариант Б, это уже голосовое управление, программируемой кнопкой питания и гироскопом, то есть аэромышкой. Подходит этот пульт, как и до Smart TV, для ПК, Android TV. Можно как мышку использовать, опять же, как AirMouse. Для планшетов, и как некоторых игр, как геймпад, можно тоже использовать. В общем, довольно интересная моделька. Давайте, в общем, посмотрим, распакуем его. Поближе посмотрим. Трусится, да? Это USB адаптер такой. Обычно у них так стоит. Так, здесь больше ничего нет. Хотя... Да, здесь больше ничего нет. Хотя бывает еще инструкции туда пихают. Но здесь инструкции, а инструкция здесь в пакетике. Сам пульт. Сам пульт с такой пленочкой, пленочку можно снять пока что. Здесь глянцевая поверхность, кстати, довольно такая приятная, гладкая. Здесь матовая поверхность. Кнопочки очень красиво сделаны. Что-то напоминает как телефон. Помните, такие типа домашние телефоны, радиотелефоны были дома? Похожие такие кнопочки, у меня что-то похожее было такое. Есть кнопка питания, которую можно... обучить, то есть можно запрограммировать ее от другого пульта, к примеру, от телевизора там или другого пульта TV-бокса, там еще что-нибудь. И есть кнопка голосового поиска. Также есть кнопка аэромышки, здесь она так указана. И есть кнопка включения подсветки. То есть ее нужно удерживать 3 секунды и включается подсветка. Ну, по крайней мере, так в инструкции указано. Питается пульт, кстати, вот здесь так вот тоже необычно сделано. Он как бы не квадратный, он такой дутый, немножко необычный, в общем, такой пульт. Непривычно держать просто в руке. Вот USB адаптер, с помощью которого он подключается, без него он работать не будет. Точнее, будет работать только кнопка питания, потому что она инфракрасная, а остальное уже будет работать от этого. Две батарейки типа 3А нужно поставить, в комплекте обычно не идут. Ну, сейчас я буду пробовать. Кстати, инструкция еще покажу, как выглядит. То есть инструкция обычно все указано, что нужно, какие кнопки зажимать, сколько держать. Для того, чтобы понять, как ним пользоваться. Ну, типа скрытые функции, типа как программировать кнопку питания, к примеру. Ну, я думаю, разобраться несложно. Ладно, давайте пока что отключусь, попробую его, потестирую, а потом уже покажу уже подробнее, что здесь конкретно есть. Итак, попользовался этим пультом несколько дней, мне он очень понравился, реально пульт очень прикольный. Что-то наподобие G20S, только здесь более удобно, здесь есть подсветка. Здесь удобно расположены кнопки и приятные на ощупь их, то есть можно даже без подсветки нащупать нужную кнопку. Несмотря на этот пульт, светится он довольно тоже классно. Хватает его, но по крайней мере я еще не заряжал его ни разу. Батарейки поставил несколько дней, ну дня 4 где-то пользуюсь. Пока полет нормальный. Давайте поддержу вот эту кнопку. То есть несколько секунд подержали и подсветка выключилась. В таком варианте тоже можно пользоваться без проблем. Кнопочка вот эта мигает, это просто нужно подключить к вот этот USB адаптер к устройству. Она просто сейчас выключена. Поэтому оно и мигает. Если подключить, оно исчезнет. Обучить кнопку питания довольно легко. Просто нажать и держать кнопку питания, удерживать несколько секунд. Как видите, заморгал. Отпускаем. Теперь берем, например, пульт от телевизора. И в сантиметре где-то, как видим, заморгал. Тоже зажать кнопку питания, держать где-то в сантиметре друг от друга от пультов. Заморгал, и тогда пульт обученный. Теперь можно выходить с этого режима. То есть он сам выходит. Так же само, подсветка включается. Еще раз нажать и держать эту кнопочку. Свет включился. Довольно ярко. Зато все ночью видно вообще хорошо. То есть не перепутайте, где что нажимать. Хотите экономить батарейки, можно выключить. Тоже нажать несколько секунд. 3 секунды обычно держать.
Аэромышка тоже очень хорошо работает, то есть включили и удобно ей управлять, то есть довольно быстро. Голосовой поиск тоже очень хорошо, нажали и сразу работает. То есть все зависит от того устройства, на которое вы подключаете. На некоторых устройствах нужно нажать и держать, а на некоторых устройствах нужно просто нажать и тогда уже говорить, смотря какой голосовой поиск используется на этом устройстве. Ссылочку на такой пульт я, в принципе, оставлю тоже под видео, сами сможете посмотреть актуальную цену. Пульт MT1 называется, здесь я просто не вижу, чтобы он так назывался, но пульт называется MT1. В общем, по ссылке под видео сможете посмотреть и актуальную цену, он довольно дешевый, то есть стоит где-то около $10, даже чуть меньше, по-моему, точно не помню уже. Посмотрите, в общем, сами. Это версия с аэромышкой. И хотите покупать, покупайте. Реально, мне этот пульт очень понравился, он очень удобный и очень легко использовать. Если кому видео понравилось, ставим пальцы вверх. На этом будем прощаться, всем пока, до скорой встречи.